Здрасте. Привет. Что происходит? Все ждем. Все праздник. А первый, где все? Первый. Все идут. Вон там есть тоже некоторые. Что ж, кто-то это позволил? Это компромат? Да. Привет всем. Привет. А мы любим вас. На самом деле это пошлите, девочки, нас снимают. Андрей, это рояль в кустах. Да. Доброе утро. Доброе. А что народу на завтраке-то нет? Ой, долго веселились вчера. Слишком долго, по-моему. Лиля, это как? Доброе утро. Доброе. Как думаешь, показывать вчерашнее можно или нет? Конечно, можно. Мы вчера так феерили. Это надо все показать. Да, а чьи это? Маленькие, не желтенькие? А мы готовимся. А вот мы вот сейчас, сейчас. Вот, вот так. Все. Тогда впустят. У вас фотограф-партизан. Третий план искать, я говорю. Давай, мальчик. Это же детская? Обязательно. Надо было бы там пузо, ну что? Иди посмотри. Все плохо, там резко? Нет, здорово. У-ху! Так, девочки, ну что? У нас лучше всего мужчины. Ален, а что у тебя площадь покрытия желтым такая маленькая? Маленькая. Так получилось. Фотографируется. Наберите, позовите, пускай уже подтягивается сюда к нам. Да, девочки? Очень-очень-очень скоро мы ужинаем. У тебя платье оригинального цвета такого? Очень оригинального цвета. Дальше, подальше, фотоаппарат с Wi-Fi. Телефон – это самостоятельная как бы баня. Кэнон, да. Ну, даже круг 70 лет новый, да. Баня нет. Как настроение ваше, ребята? А есть кто-то, кто прям в хорошем уже настроении пребывает? Это те, наверное, кто раньше пришел, да, уже успел поднакидаться. Поаплодируйте те, кто приехал из Москвы, из столицы. Ну, это, кстати, вот как раз те, кто кричали, что они уже в хорошем настроении. Мужчина, да, поднял руку, я видел. Вы из Ульяновска, да? Самый яркий представитель Ульяновска, я так понимаю. О, богатырь, ульяновский богатырь, да. Так, а из Волгограда приехал там кто-нибудь? О, голосистый, голосистый гость из Волгограда. Пермь. Ну, как минимум, да, обладатель айфона, да, по-моему, из Перми. Алматы. Вот, вот это вот, чувствуется позитивный городок, да, такой? Уфа. О, а я вот был недавно. Уфа, огонь, да. Ой, вы сроднились за это. Уже сколько тут? Вторые сутки идем, да? Новосибирск. О, да. Новосибирск. О, такой. Так, Ростов, кстати, мне интересно. Ростов. Ростов здесь, да? Вот, кстати, ростовских я всегда больше всего боюсь. Я раза два ездил на поезде до Сочи. И вот все время как-то так не с теми гражданами. При этом у меня есть очень хорошие знакомые оттуда. Но зато вот это вот гостеприимство ростовское, оно известно, известно на всю Россию. Как встречают в Ростове, наверное, ну мало где. Вот это прыть. Как вас зовут? Ласло. Ласло. А, вы у нас
наверное, откуда? Где? Из Москвы. Ну, на самом деле, не переживайте, я вас не брошу в этом поединке одного. Мы еще кого-нибудь позовем. Вот. Давайте, идите к нам сюда. Друзья, давайте тоже аплодисментами встретим. Так, вас как зовут? Александр. Александр, вы напомните, откуда? Я сразу, да, вспомнил. Ага. Так, у нас типичный москвич такой, да, очень сибиряк такой настоящий. Хорошо. Нет, давайте еще две девушки мне. Ну. А давайте, ну, там, если что, есть лестница, или мы вам поможем. Так, как вас зовут? Аня и... Надя. Надя, Аня и Надя, отлично. Александр, присоединитесь к нашему московскому франту. У нас будет такое состязание между девочками и мальчиками. Если все помните, была когда-то такая на телевидении программа, которая называлась «Самый умный», и вела ее Тина Канделаки. Дважды два. Восемь. Неправильно. Президент следующий после Медведева. Восемь. Путин, правильно. Назовите атомный вес молекулы бензопропилена. Неправильно. Длина реки Нил в наномиллиметрах. Неправильно. Двигаемся дальше. Трижды три. Правильно. Президент-предшественник Путина. Абсолютно верно. Кто стал чемпионом мира по тяжелой атлетике в Мюнхене в 1956 году? Назовите отчество. Неправильно. Назовите навскидку 16 любых монгольских боксеров. Слишком долго. Мне кажется, в такой жесточайшей борьбе у нас абсолютно точно побеждает команда девушек. Прошу остаться. На самом деле, естественно, это было... Считаю, что у нас победил представитель Новосибирска. Аплодисменты ему. Уверенно, мужчина шел, да? А кто считает, что гость из Москвы, столичный франт, победил в этом состязании? Вам вручается сертификат на 7000 рублей от нашего партнера «Белая радуга». Можно поаплодировать. Вам я тоже готов вручить подарок. Но мы с вами сыграем в еще одну игру такую. Очень сложный конкурс, называется «Угадай Румынию». Вам нужно будет ответить на вопрос, который я вам задам. Итак, внимание, вопрос. Какая страна граничит с Украиной, Молдавией, Венгрией, Сербией и Хорватии? И я напомню, конкурс называется «Угадай Румынию». Итак... Румыния? Абсолютно верно, друзья! Аплодисменты Александру! От наших партнеров, партнеров фестиваля «Карабук». ...подосинков для детских и семейных фотографов. Я думаю, мы сейчас... Можно еще и поплевать! Вы какие-то очень серьезные вопросы решаете. Андрей, Ростову привет! Ростову большой привет! Спасибо! Надпись «Живые раки». Я мужу говорю, который прибалтийцы, вообще никакого не имеет отношения к Ростову. Говорю, какие нафиг раки? Я говорю, ростовские, донские. Не ростовские, а ростовские. Я тоже понимаю. Я раков-то не привез. Каково быть на сцене? Да нормально. На какой сумму сертификат? А нету цены, тут просто на определенную вещь. А во сколько ее оценивают производители, не знаю. А если головой помотать, хвост размотается? Надо посильнее помотать. Посмотри, сразу бедра пошли. Я люблю, как ты, 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 я люблю, как ты
Так он замечательно, лейте, хватит. Это уже просто наша система. Опа. А это дуэт. Дуэт. Ох, ты что на камень погоряет, а? Лезгинка ставил. Лезгинка отсекает, я так сказал. Это второе полное такое энергичное полное, прям рыцарь с питанием. Что не дуэт? Да, я помню одного из участников, что это был максимально активный раз. Я боюсь, что девчонки, кто-то из Казахстана. Но за понять, у них есть определенный стиль такой свой, да? Я называю это семейный стиль. Когда мы придем в коты. Это уже заявка. Что-то там. Ну вот это вот все, да, вот эти вот штуки, бедра, да, как называется? Мотылек. Так называется. Мальчик. Я все время называл их это. Ну как бы мои движения не вырывают, да? Ну, типа такого, да? Ну может быть круче. А это я. Лани так делают? Лань превратилась в пантеру. Это генетический сбой. Ну неплохо, неплохо. Вот так вот у нас танец в стиле гламурных ланей, да, но сложная задача, мне кажется, можно поддержать. Итак, танец в стиле бешеных выхухолей. Поехали! Это кролик, это кролик! Не-не-не-не-не-не-не-не! Вот и диджей пострадал. Ну там нормально, там можно. Так вот выпухали, сходят с ума. И вот мы представим, что все уже произошло, почти вечеринка закончилась. Они каким-то чудом лишились невинности. И теперь отрываются на танцполе. А что, сила есть еще? Ну, типа того, да. Знаешь, это было сомнительное такое первый раз его тут. Поэтому силы остались. Тем более, после того, что у нас показали выхухоли, там точно как бы проблем в этом нету, теперь все знаем все. Хорошо, итак, танец в стиле парней, которые только что лишились невинности. Под ваши аплодисменты! Поехали! Это как-то мало эмоций! Ну, как бы такой мы... Итак, танец в стиле бабушки, которая выпила энергетик, и танец в стиле дедушки, который нашел таблетки внука. Поехали! У внука таблетки Виагры. Хорошо, что у всех такое отличное настроение. Друзья, не нас снимать, на их снимать. Андрей, будь другом. Это же из Ростова. Привет Ростову!
не могу упустить этой возможности. Я просто не могу ее упустить, понимаешь? Я буду просто не ростовским человеком по натуре. Значит, я пишу: Андрей, сфотографируй нас. А я просто прокачался. А сейчас можно попрыгать чуть-чуть. А что не на Sony-то? Слушай, нет, Sony. Айфон. Были в креативской книге «Портфолио» от «Фотодома». Мне кажется, неплохо. Вот кто хочет выиграть? Выходите сюда, на сцену. Мужички, барон! Итак, приготовились. Раз, два, три, девять. И, внимание, десять! И держим, 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 держим позу. Держим, держим, держим! Так, ну а теперь давайте определять. Чуть пониже. Кто за эту позу? А кто считает, что вот эта поза супер? Я. А вот это? Ну, тоже не а вот эта поза? Да, это огонь, я даже думал. Вот эта поза. И вот эта поза. О, да! Так, девушки, вставайте, вставайте. Анна, Анна. Это была, конечно, чудесная поза, но, видимо, из-за того, что физически было проще, люди подумали, ну, халтуща. Все, замерли. Ты считаешь, что у нас пьяный фотограф побеждает? Рок-н-ролл такой. Ты считаешь, что вот эта поза достойна победы? Кто считает, что вот эта поза победитель? Так, а кто считает, что вот эта поза победитель? Вы знаете, да, давайте поднимаемся, все, хватит. А то садистом себя начинаешь чувствовать. Тем не менее, мы вас награждаем вот этими аплодисментами. Кто-то он уже идет мастер-класс. Ну. Жаль, вот вы в таком платье не вышли, да, конечно. Кому помогаешь? А сказали, не надо. Кому помогаешь? А? Кому? А, ну, мы за Леру болеем. Видно по поведению. Так, девчонки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. О. Это поза как могло бы быть? Да. Знаете, типа подольше теперь можно, да, только? Ну, посмотрим, что получится из этого. Так, что тут у нас? Well. Хорошо. Друзья, итак, кто считает, что вот эта поза явно должна быть в финале? Аплодисменты. Кто считает, что вот эта поза должна быть в финале? Кто считает, что вот это? Кто считает, что вот это поза выиграла? А кто считает, что это? Так, я. Ну ладно, я думаю, все со мной согласятся. Заслуженная победа в этом финале достается у нас фотографу, который способен сфотографировать даже в мостике. Как зовут? Виктория, вам вот этот сертификат на изготовление полиграфической книги «Портфолио» достается, надеюсь, принесет удачу в карьере. Сказали, что вот эта фотография, она максимально воплощает в себя все факторы фестиваля. Там есть и ребенок, и семья, и это даже фотография, а не просто нарисованная от руки рисунок какой-то. Да. Ну что, барабанная дробь. Ту-ду-ду-дум. Итак. Дарья Голубева! Вот это вот фотокамера Sony Alpha 5000. Она говорит, что я еще здесь бесплатно нахожусь, потому что я выиграл в этом конкурсе.
Портовая. Портовая, да. Ну, смотрите. Вам еще также повезло с цветом фотокамеры. Она розовая, кстати. Было бы любопытно, если бы выиграл мужчина, но да. Друзья, аплодисменты Дарьи Голубы и ее замечательные фотографии компании Sony, которая предоставила Альфа 5000. Классная фотокамера. Андрей, спроси, в чем секрет? В чем секрет? Скажи, в чем ваш секрет? Все куплено! Нет! Вы волновались! Еще я пока не буду. Обалдеть! Это везуха! А что за камера-то? Видите, все эти розовые? Я в руки стало синим. Я замерзла. Ты откуда? Питера. Питера? Слушай, я первый раз вижу. Сейчас сколько? 11:30 и светло. Это нормально? Да. Белой ночи, зайцы. Это уже белые ночи? Хватит меня снимать. Можно попрыгать? Давай, тебя как зовут? Андрей. Слушай, я? Я из Казани, а ты? Из Ростова. Ура! Полдвенадцатого, сегодня. Белой ночи! Чуть-чуть еще. Лично для тебя хочу сказать, что вот эти 2,5 часа было невероятно приятно с вами танцевать. Дорогие организаторы,
Мы очень вам благодарны за то, что вы такой сделали фестиваль, за то, что вы собрали всех самых лучших лиц в этом месте, за то, что вы объединили нас, наши сердца. Мы очень рады. Но мы очень хотим, чтобы все-таки вечеринка длилась немножко дольше, потому что есть немножко время. Найдите нашего времени. Так здорово, что мы сегодня все здесь, эти 3 дня. Это невероятный опыт, общение, обмена опытом. Это очень здорово, что нас всех пригласили, что мы все приехали. И мы хотели бы продолжить. Скажут про Казахстан, ё-моё. Даже мой город не назвали. Это не серьезно. Это не серьезно. Украина против. Требуем продолжения. Да нет, против. Украина против. Продолжение. Ну, включаем музыку на телефонах и гуляем. Нет, ну это неинтересно. Смотрите, как люди все разозлились и ушли. Все пошли в ресторан. Ну что ж, ресторан? Смотрите, какая романтика. Фонари. А здесь белые ночи. Андрей, ты никакую лекцию не читаешь здесь? Я первый раз в жизни вижу. Фамилия там знакомая, вот очень похожа на твою. Роман Шарафунти. Да. А, это был роман? Это круто, когда все фотографы семейные, детские, новорожденных объединяются в одном месте. Ну, конечно. Обмениваются опытом, общаются. Это так здорово. Я очень рада, что ты сегодня здесь. Мне очень приятно было тебя видеть, пообщаться в течение всех этих. И что единственный человек, который взял на себя такую ответственность, да, записывать эти лица, замечательные, да, запечатлить и потом это все выложить на страничке YouTube. Мне кажется, это компромат. Да, потому что мне кажется, это должно пройти цензуру. Я знаю тебя. Откуда ты? Да, фамилия знакомая. Откуда ты знаешь? Фамилия знакомая. Да, ну ладно, мы вряд ли встречались, но в Сафутину. Капрально я выговорила? Да. Ну, знаешь, да. Знаю. А тебя как зовут? Гера. Гера. Меня Ира зовут. Гера Лав. Гера Лав, да. Фотограф новорожденный Гера Лав. 10 часам. Это компромат. Да. Привет всем. Привет. О, Украина! Эти девочки звезды, они приехали с Полтавы и с Сум. Где? На самом деле, Украина forever. Да, они наши соседки, потому что Ростов-на-Дону и... Это рядом. Украина, это очень рядом. Украина, наш сосед, мы любим Украину. 5 метров. А мы любим вас. На самом деле это круто. Представляете, сколько им пришлось ехать, лететь, сколько им всего. А какое у них приключение было в такси? Ладно, не надо рассказывать. Я слышала. А тебе? Нет? Так, пойдемте, девочки нас снимают. Пошлите, девочки, нас снимают. Андрей, это рояль в кустах. Да, пошлите. Это не будет в Ютубе? Будет. Будет. Черт, Андрюх. Черт.